Однако, здравствуйте, с вами Камиль, и мы продолжаем прохождение The Callisto Protocol. И в прошлой серии что мы сделали? Мы нашли лабораторию доктора Майлер, где она объяснила нам все про пациента 0, вот этого вот парня, видимо, мумифицированного, который был единственным выжившим зараженным в первом заражении в колонии Аркас. Блин, ну тут лестница, с другой стороны, ее нет. И теперь, ну, как она объяснила, план этого Коула, смотрителя, в том, чтобы вывести нового пациента 0, нового зараженного, который может контролировать вирус, и таким образом он будет новой ступенью человечества. Более того, это все контролируется неким кругом. Блин, в прошлый раз не испугался, в этот раз испугался. Неким кругом, который существует много сотен лет, который направляет развитие человечества, что сильно отсылает меня, помимо лестниц, к Metal Gear Solid и организации патриотов, допустим. Дэнни мы вылечили. Ну как вылечили, мы замедлили ее заражение, и теперь нам нужно добыть образец, чистый образец альфы, так называемого, то есть человека, который может управлять инфекцией. И скорее всего это, ну я понимаю, это может быть Феррис, который выжил. Хотя он, конечно, очень неадекватный, так что мне кажется, он все-таки не выжил. И настоящей альфой будет, возможно, Коул, а возможно и сама Дэнни. Ну будем посмотреть. В общем-то, не знаю, что нас ждет. Может быть, финальный бой. Кстати, ХП у нас мало, подхилиться бы. Ну, кстати, по заданию. Что мы должны сделать? А, к вышке начальника и добыть альфа-образец. Видимо, у Ферриса. Я думаю, Феррис должен быть этим, как это называется. Если он сохранил интеллект, значит, он подчиняется Коулу до сих пор. Как верный песик. А мы в кровище и дерьмище. Продолжаем двигаться вперед. Да, Дэнни? Это что было? Что за загрузка такая странная? Что с цветом? Может, может, там была новая глава? И игра провисла? Ну, правильно, выбора нет, действительно, да. Конечно, очень красивая вышка будет. Правительственный сектор. О, какая дверь шикарная, ёпрсты. Да, смотрите, хорошо живет, слушайте. А, то есть конкретно вот это вы говорите про круг, про эту секретную организацию, что-то они построили, то есть что дизайн не UGC-шный, что ли? Как по мне, ну вполне может быть дизайном богача, который здесь живет. Там, о, ёппарес, это маски и труп, просто прекрасно. Триумф Коула. Прекрасно, называют собственную запись Триумф Коула, молодец. Это больной парень. I will release Mahler's experiments into the wild. No more talk. The time has come for action. And I know that I am right. Computer, initiate the Callisto protocol. Понятно, протокол Callisto это был именно его разрушительный план, гамбит Коула, так сказать. Ё-моё, охранник. Пал сюда, что ли? А чем? Почему? Откуда? Сверху? Или его Коул убил непосредственно? Похоже на то, да? Сакура цветет. И да, книги интересные, так. Вилледж де Петра. Что бы это значило? Еще какая-то книга. Ну, это уже не читабельно. По крайней мере, на моих настройках графики можно ультра... Тут все видно. Это, понимаю, нас ждет босс-баттл. А у меня нет патронов, фактически. Я все потратил на последнего бугая. А, ну хорошо, эту Феррису можно по башке давать вполне таки обычной дубиной. Главное не пропускать ударов, потому что будет меня ваншотить. Передача данных завершена. Мы в воспоминаниях Дэнни. На Европе. Неужели мы тут драться теперь будем еще? То, что мы видели в начальном ролике. Коул устроил здесь прорыв инфекции, урод. Идиот просто. В мирном поселении, мразь. А, разбавленный, то есть не настоящий.
Короче, убить Коула будет удовольствием. Надеюсь, нам это разрешат сделать максимально жестоким способом. Максимально жестоким. Эта тварь должна умереть. Просто никакой пощады. Урод. Да, мы это все видели в стартовом ролике. Видимо, тогда что-то еще будет, да? А, слышите, да? А мы ведь это слышали и до того, как... То есть мы видели и слышали эту шкатулку... Это ребенок, прекрасно. Так, здорово. Что это? What do you got there? What we got here is none of our business. Он знал. Now come on. We got a job to do. Ну как, он не знал, что у нас, он просто... Может, они, ну, им дали задание выпустить этот вирус на Европу? Или то, что они просто привезли это на Европу? Вот, срывать противогаз как-то не очень разумно. Так вот, Дэнни не заразилась. Когда... Технически у них это вина косвенно, они ведь не знают, что это за фигня. Если бы они знали, естественно, никто бы не повез. Да неужели, Джейкоб? Да, как мы и поняли, собственно. Да его вина абсолютно косвенная. Он же не знал. Что он мог сделать? Он бы, ну, не перевез бы груз и все, ну, потерял бы деньги. Там, ну, просто что это могло быть? Это могло быть, мог быть какой-то наркотик для богачей. Откуда Джейкоб мог знать, что это вирус, который убьет кучу людей на Европе? Ну, это глупо. Давайте двигаться. Yes, you can. We're almost there. No, I can feel it. Hear it in my head. Инибитор слабо работает, да? You stay here. I'm gonna come back when I get the cure. Ощущение, что если мы сейчас, вот мне интересно, будет ли здесь разветвление, то есть, блин, чтобы она сама себя не убила. Если мы сейчас типа будем задерживаться, то, возможно, Дэнни будет превратиться, нам придется с ней драться, поэтому нам нужно двигаться быстро. Торопимся. Конечно, все красиво сделано, мега стильно, дизайнеры молодцы, работали просто на износ. Реально. Вопрос, кто перемочил здесь всех охранников? Роботы? Ну, я думаю, качать что-то нет смысла, надо просто... просто купать патроны, а у нас вообще нет патронов, да? Раз. Потому что все, от него финальный бой, че будет. Блин, нельзя могу смотреть, когда он все это печатает. А можно сразу несколько пачек напечатать, пожалуйста? Так, 400, да? Ну, 10 пачек мы не напечатаем, то есть по 4 патрона. То есть 100 за патрон, ну... 2 десятка мы сможем сделать, конечно. Еще парочку, и потом боеприпас или штурмовый винтов. Боевый пистолет. Фигня. Ну, кроме сильного режима, возможно, но я не понимаю, насколько большой урон наносит, потому что в бугая мы влили очень много всего. Так, теперь винточки.
Отлично. Еще печатаем. Я думаю, что это все-таки финалочка, раз нам все рассказали, то это будет финальный бой сейчас. Еще патрон для дробовика. Стоит, в принципе, Мортора подзаполнить, я думаю. Да, и скунс, в принципе, хорош. Патроны у него дешевые. Сколько патронов он на скунс печатает? По 2 или по 4? Наверное, по 2, да? Так вот. Аптечек бы еще, но я просто не знаю, насколько эффективно мы сможем использовать их в бою. А, блин, 140 стоит патроны, а я что-то почти подумал, ну, посчитал, что они стоят 400. Ой, меня что-то переклинило, сорян, извиняюсь. Еще патрон на винтовочку тогда напечатаем. В начале игры, на самом деле, я хотел жаловаться на цену патронов и аптечек, но к концу игры это совершенно незначительно стало. Денег стали давать просто массу. Так, давайте посмотрим теперь, что у нас там по патронам. У нас патронов вроде достаточно много. Давайте еще вот пачку патронов для ВК купим, чтобы полный магазин был. И еще 20 в кармане. А аптечка на сколько? 0. Так, аптечку напечатаем только, почему нет? Конечно, аптечка против скольки? Почти 16 патронов на дробовик, это пофиг. Так. Ну все. Теперь у нас, по крайней мере, есть патроны. Да-да-да. Let's go. Мы. DFLS. Давайте развалим этих уродов. Это, знаете ли, подозрительно. Взрывной баллон. О, отлично. Здоровечка. Много взрывных баллонов. Патроны еще. Че, здоровечка? Что он такой темный, блин? Че, газ какой-то, что ли? О, че. Да, он точно накачивает всем перед боем. Надеюсь, что им будет сейф гейм. Серьезно. Еще здоровье, еще здоровье. Еще взрывной баллон. И как мы будем отступать и сражаться одновременно с этим. Тоже на нахуй. Не можете баллон у нас выпротащить желательно. Да, ну слишком много всего, это очевидно для босс-батла. Не, вот единственное, просто взрывные штуки, которые везде лежат, которые мы фактически не сможем использовать. Так, вот, отлично. Фу, я подумал, что это футпринт нового оружия. Ты черт, я все деньги потратил. Дайте угадаю, это стекло пробьется, и там будет Феррис, да? Нет? Я что, это флот пропустил? Понял. Кстати, есть риск, что в какой-то момент мне все-таки отрубится микрофон. Я уже сгласил новый шнур, кстати. И я перестану что-либо говорить. И это будет не мой летсплей. Вот. О, злые чуваки. Круг.
Right on time. He approaches. The survivor. И мы заражены. Мы заражены вирусом. Мы альфа? Или нет? Give me the goddamn antidote. I'm not gonna let her die. Your friend. I've been watching you. You and your so-called friend. You're not the innocent you claim to be. You've proven that you'll do just about anything to ensure your own survival. Ну, я не понимаю, чего он такого бы сделал, ну, запредельного. And what about you, huh? Watching people die for fun, is that your protocol? No. You are mistaken, Mr. Lee. The protocol isn't about death. Даже взгляд безумный, не, ребят, молодцы, постарались. Our future lies out there. Our destiny. Где-то я это уже видел, знаете, в пространстве, что ли? Эволюция человека, гибриды, способны жить в космосе. С помощью протомолекулы. А, ну вот, альфа-зараженный, это Феррис. Феррис, да, или мы. С кучей патронов и оружия. Жаль, что у нас нет оружия из Dead Space, потому что Феррис бы определенно не пережил ничего такого. Капец, он большой стал. О, меня он точно будет разматывать первое время, я уверен. Блин, повезло, что именно этот маньяк стал альфой, да? Так он больной, как был, так и остался. И в чем твой перпес? Че, деремся по старинке, братан? Оп, 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 еще раз. 4 удара, 10 и 5, да? Давай. Только без ног, окей? Ох, бесит меня за его пинок. Че, реванш дал, ублюдок? Раз, два, три, четыре. Все. Оп. Блин, удар, конечно, страшный. Сам хвост. Он как шалкан, блин, сделал на МК. Вот это было близко. Это такой, типа, давай, давай, бей меня. Вот он когда делает всякие свои таунты, типа, насмешки. Это шестой удар. Че, издеваетесь? Бля, почему светится? А блядь, он еще мутирует потом, это будет трындец. А, ну все, надо подождать, пока он скажет, бей меня. Что происходит? Ой, нет, только он не вечно крутится в бугаящий зло в форме тебя, как его разнесло. Что мне делать? Кажется, этого надо бить, нельзя бить. И настрять голову. Делать. Он сделал дробовикан, злобный выстрел пистолета. Пожалуйста, пусть будет Сергей, пожалуйста, пусть будет Сергей, Сергей, пожалуйста. Сцены, конечно, смотрите, здесь трындец, какие жесткие.
Вот как бы Калиста! Калиста! Он просто делает ваншот в тебя, и все, и ты пытаешься убегать. То есть, ну, смотрите, кстати, всё, тарёк. Возьми, как не бесит его меня. Попал. Немножко хорошо. Можно успеть, успеем. Что-то было! В спину зашел за мной! Ёпарь, сатая, ну откуда вы взялись? Всё, нас порвёт нахуй. Да. Тут ещё и взрывные ползают. И отворачиваться от этого от Ферриса нельзя, потому что если мы отвернёмся, он нас ваншотнет в спину и сделает то, что он сделал неприятное. И что делать? Не-не-не. Да блин, как это ты уворачиваться? Вот видите, он вас упрохнул. Чё, красота, иди ты нафиг. Давай, давай. Сейчас уже уходит. Да хватит. Знаете, кто эти уроды лезут ещё? Да ты жопа! Сейчас ваншотнет, да, нафиг? У нас просто нет хп, это урод взорвал своими пулями. Да, блин. Ой, как от них уворачиваться-то? Ладно. Окей. И продолжаем наши изыскания. Не-не-не-не-не. Так, все-таки стрейф себе не поможет, да? Все, мне тебя надикаю в сторону. Давай-давай. Попал. Там, блин, там уже... Там отходил. Большой и страшный. Еще и скафандр. Первый раз мы погибли, и второй раз погибли, потом даже третий раз погибли. И сейчас будет фаза 2. И
Коул будет явно охотиться за нами после этого, да ведь? Так, мы должны вылечить Дэнни. Это приоритетная цель. Hold on, Danny. You think you've beaten us? Ferris was weak. An imperfect vessel. But in that sample is the key to unlocking a centuries-old dream. That's not failure, Mr. Lee. Джейкоб, давай сделаем то, что мы сделали с красавчиком Джеком в конце Borderlands 2. No, I don't think so. Я просто сам вырубит ее. There's no time for false heroics. Leave the sample and walk away. There's an escape pod up there. To take you back to the life you once had. We can both have everything. Если ты сделаешь, приведешь людей в монстров. Tell me, Mr. Lee. What do you? Не, конечно, возможно, если этот. I'll tell you what I want. I want my sister back, fucker. Ах, ты хит. Блин, он под щитом? Ты хитрая жопа. И если, конечно, эта сыворотка потом, ну, позволит превращать людей в людей, ну, сверх людей спокойно, то это не будет проблемой. Ну, то есть как, то есть это, ну, типа, хоть какой-то профит с этого, но если он голову просто превращать в этот все какой-то... Всех монстров этот трындец. Но он отбитый, я ему не верю, его надо убить. Мразь, это у нас дома. Понятно, да, перенесенные данные, все связь работает, все, все транслируется этому кругу. Прекрасно. И он свалит, да, еще? Блин, ну ты и жопа, Коул. Run! Бежим. Мне интересно, Майер не спасется, да, Майер взорвется со станции вместе, она сказала, что... Ёппарасатэ! Бежим! Бежим! Ужумба! Бежимба! Быстро! Офигенный the красный дизайн на случай самоуничтожения! Кто, блин, дизайнер? Я хочу его найти! Я доберусь до него! Давай. Одноместная Писос. Она одноместная. Какой трындец. Да, я знал, что ты так сделал, Джейкоб. Я знал. I didn't. But I do now. Неужели Игнал Гиро помрет там? What are you talking about? Sorry. For everything. I do belong here. Не, ну понятно, он же способен все убрать, то есть он правил ее спасаться. Давайте вам последний бой хотя бы дать! До конца, до последнего. Data transfer complete. That transfer worked both ways. He learned more about me. And I learned about Джейкоб так погиб. In the chaos of the moment, I didn't realize he had also given me the evidence I was looking for all along. And sacrificed his life so that I could expose the truth. Was he trying to make up for the pain he caused? Just chasing some kind of redemption. Either way, I hope he found some peace. У меня просто миллиард патронов. Пустите меня в бой. Окей, Майлер, хорошо. Феррис? Феррис, ты жив? Феррис? Что? Что? Как? Какого фига? Что происходит? О, май. Концовочка, конечно, вот с одной капсулой. Это красиво. Это сделано шикарно. Это просто прекрасный.
Блин, я подумал, что он сейчас будет убежать. Но нет, это был просто загрузить. Ну кто-то вы меня обломали после слов прекрасно. Нет, этот ход был просто прекрасен. Да, все, что было в плане образца, туда-сюда, это было предсказуемо. Кол не погиб, хотя я на это надеялся. Очевидный клиффхенгер на будущее, я надеюсь... Я надеюсь, Striking Distance сделают DLC, в которых будет, скажем прямо, более хорошая постановка сюжета. Потому что вот сюжетные отрезки Калиста, это вот последние пару серий, потом пару серий в середине, когда мы попадаем на Аркас, вот через ангар, в эти события интересны, за ними классно наблюдать и следить. В них я получал настоящее удовольствие от игры. И я извиняюсь, конечно, что я типа, много разговариваю сейчас, потому что обычно я молчу и говорю, что все будет в итоговом мнении, но сейчас, ну, Калиста это исключение, потому что я эту игру ждал долго, я влагал на нее много надежд, она, так сказать, для меня личная, в отличие от, ну, многих других игр, которых я мог потерпеть и сказать, ну, допустим, я их проходил не первый раз уже и так далее. Вот... В этих отрезках сюжетных в них было классно и интересно. И более того, как совпадало с тем, что там бои, которые там случались, они были, ну, приятными. То есть ты как-то... Это совпадало с моментом, когда ты можешь использовать больше оружия, когда ты можешь... привыкаешь там, к перчатке, у тебя больше возможностей появляется. На тебе там нет дизайна в стиле, что ты выпускаешься против 10 врагов одновременно, и которые тебя избивают, и не дай бог ты стрельнешь чем-нибудь, кроме быстрого огня, и ты каждый раз дерешься с мутированными уродами, там тебя ваншотят, и ты вообще злой сидишь. Вот. Я не понимаю, откровенно не понимаю, почему в игре... Почему игра не вся такая? Такое чувство, что... Кстати, музыка классно играет. Такое чувство, что игру, ну вот, в плане, не знаю, динамики, геймдизайна делали два разных человека и сюжета. Один человек занимался вот сюжетными отрезками, это зимние вот поверхности Калиста, это ангар гигантский, это последние локации, которые быстро проходятся, в них нет каких-то долгих моментов, так сказать. И второй, это который занимался всем остальным, это там первые 6 часов прохождения, когда там плотность событий, одно событие в час, и нет, тут даже одно событие в 2 часа, и ты такой идешь, ой, ну там, мы почти дошли до выхода, ой, блин, я упал в лифте, и теперь мне надо пройти еще одну локацию на 1.5 часа, она совершенно пустая, в ней ничего нет, но ты проходи ее, вот. И этот человек, он постоянно влезает и портит впечатление от игры. То есть я не понимаю, нафига вообще это было сделано, нафига... Зачем эти гигантские пустые отрезки? Ну сколько получается, я прошел игру за 18-19 серий, то есть, ну, часов за 10 в сумме. Ну, блин, ну сделали бы вы игру в 2 раза короче. Ну не в 2, ну в 1.5 хотя бы. Ну, допустим, в... Ну, это нашло проходило там даже там, за 7 часов. Ну, вот как может второй Dead Space, может еще быстрее. Но, блин, плотность событий, чтобы была выше, это было бы лучше. И я не понимаю, куда делся сценарист, который отвечает за наполнение локаций. Локации классно отдизайнены, офигенно отдизайнены. Они вот просто, ну, конфетка, ну, приятно наблюдать. Но ничего в них нет. Ни одной там... Ну, вот есть где-то эти бомжатские аудиозаписи, которые содержат в себе 3 строчки диалога. Это, блин, это уровень Far Cry 5. Ну, лучше, конечно, чем Far Cry 5, но все еще очень фигово. Где вот много, ну не знаю, записей, кто рассказывает про мир, рассказывает про людей, про служащих тюрьмы, про тех, кто жил в колонии, там кто-то там чем-то догадывался, кто-то как-то противодействовал, как люди выживали в конце концов, пусть только они остались, допустим, в Аркасе. Это и многое другое можно было воплотить, но это почему-то не сделали. У меня есть такое подозрение, что игру, возможно, поторопились выпустить, то есть они и так ее перенесли, насколько я помню, вроде на, ну, на год, что ли, на несколько месяцев. Нет, вроде на год перенесли. То есть там вроде начале 22-го должно выйти, но это пробудет точно. И они просто не хотели черного переноса, чтобы фанаты не злились. Но, ей-богу, лучше перенесли и сделали лучше. То есть вот, ну, много чего не хватает. И ладно, я перестаю разглагольствовать. Все остальное вы увидите и услышите в итоговом мнении. Постараюсь разложить все по полочкам. Буду писать сценарий вот завтра уже к данной игре. Не могу сказать, что я не получил удовольствия. Концовка мне понравилась. Все классно, все динамично. Я уже, честно говоря, однообразные эти промежутки скучные забыл, потому что они слились в один все. И воспоминания у меня остались только про то, когда мне было интересно, что в принципе логично. Вы скучное, плохое, вы забываете постепенно.
А вот что-то, с чего прям гореть в игре можно, ну, такого особо нет. Но проблема в том, что и ничего особо такого нет, с чего можно восхищаться и прям восхищаться. Ну вот прям эффект у меня вызвал, конечно, концовку. С одной капсулой, это прям мега обидно. Потом, когда все-таки Джейкоба спасает, потому что я уже поверил, что его убьют. Это было классно. Ну, конечно же, сцены смертей жесткие, все, все по заветам Dead Space, тут теперь еще графонистее, еще жестче, еще противнее. Тут, опять же, графические дизайнеры, аниматоры, они постарались, это сделано очень круто, все прям мега на уровне. Ну что ж, за себя с вами прощаюсь. Увидимся в итоговом мнении, я думаю, через какое-то время. Я постараюсь сделать его быстро, сконцентрирую на нем силы, чтобы побыстрее его выкатить. Но оно будет, скорее всего, большим, и поэтому займет, ну, достаточно много времени для того, чтобы быть сделанным. Да. Всем спасибо за то, что вы были со мной в этом прохождении. Всем удачи и пока. Еще надеюсь, что микрофон не выключился и записал все мои разглагольствования.